да? Ломается. Сейчас должен отправиться наш поезд. К сожалению, здесь ничего перекусить нормального взять не получилось, потому что кроме этих жареных вещей, которые на улице продаются, от которых можно в 6 секунд отравиться, ничего не было. Но в этом, конечно, вагоне кондиционер работает конкретно. О, здесь уже снова жарко. Такой вот поезд у нас, так кажется, вот наш вагон. Везде разные двери, разные. В общем, перекуса нету, кроме этих жареных штучек на улице, там ничего нет. Так что будем ехать так. Руки надо помыть, да, полностью помыться. Ну, друзья, все, сейчас будем трогаться на Пхукет из Бангкока. Смотрите обзор того.